Всем привет! Мы вернулись в то же место, где мы были 5,5 лет назад. Вот здесь мы парковали нашу Феррари. Как нам сказал парковщик, мы VIP-гости, припарковались на VIP-парковке. И шли праздновать 5 лет Максиму. Да. А сейчас Максиму уже почти 11, и мы идем опять. А и я мы почти уже... ничего не помню, потому что мне было 2,5 годика. Тебе было 3, и мы сейчас идем и попробуем прокататься на тех супербыстрых горках, которые тогда мы еще не могли. Да. Погнали. Да, но я не буду вверх ногами, то что... Добро пожаловать! Это для нас. Да. Холодно. Живой крокодил. Это Rainforest Cafe. Сюда мы придем на обед. Это Rainforest Cafe. А сейчас я буду кататься, но только игрушки не проси. А сейчас идем кататься. Куди-пи, идем. Да. Я 195, надеюсь, меня пустят. Или я выше? Нормально. Катя 135, Макс? А я? Ты четко. Прости, за билеты. Макс 160. Заходите. Да. Ты что? Не проходишь? Ровно 195. Ровно 195. Я на лимите. Я чуть-чуть, конечно, расслабил ноги, чтобы поместиться. Ровно 195. Знаешь, почему ровно? На самом деле я без обуви 195. Я чуть-чуть прижал ноги, чтобы стать... Окей, а я? Давай, вставай. Давай, не ломай только, стань спиной. Так. Ты 159. Катя, ты 140. Не, 136. Нам надо маски. И родителям надо тканевые маски. Короче, мне дали билет по скидке, потому что, возможно, меня не пустят кататься на самые крутые горки. Потому что я сильно для них высокий. Будете сами кататься? Да. Катя, но кататься. Некоторые идут. Идем за масками. Да. Кстати, маски наши не проходят. Нужно купить по 5 баксов каждому масочку. Тряпичную. Они так решили, как же продавать дорого маски? Нужно просто всем запретить использовать обычные. Нашли маски? Где маски? Где маски? Маски, где маски? Где маски? Короче, мы приехали в Ferrari World, чтобы поискать маски. Тут уже Новый год. Знаешь, Хэллоуин не прошел. Все уже готовятся на Новый год. Кто-то пикап. А вот и маски, смотрите. Ага. Наконец-то маски у нас. Мне нравится моя, она красивенькая. А, можно будет тебе уже кататься на... 20 баксов, и у нас есть маски. Прекрасно. А ну-ка, Макс, налазить на твою... Маленькая? Да, Макса, маленькая маска. Можно снять вот эти резинки. Не, именно вот эта маленькая. А на Кате вообще красота. Шикарные глаза, когда я дышу. Мне вот интересно, или Макс наденет на себя эту маску? Ну ничего, у нас две взрослых есть. Мама, ты без взрослой останешься. О, чётенько, глянь. Есть? Я в маске. А это Формула-1 тачки. Кстати, мы проезжали тут рядышком этот трек Формулы-1 есть. А вон смотрите, машины тут его ставят. Вау. Это не Феррари! Это не Фиат! Как? Что? Что? А Феррари это что? Он говорит с нами. А, Феррари, Феррари. Смотрите, что здесь. Мы в прошлый раз сюда не заходили, по-моему. Какие тачки настоящие.
это сколько ей лет? Даже не узнаешь. Слушай, а мы не на такой ли в прошлый раз приезжали сюда? Наша была, называлась Феррари. Белая, вот смотри, Катя уже фоткается. Чичик. Вот не на такой мы приезжали в прошлый раз? Не на такой. Смотри, двигатель какой. Ну, на дальше, ну, на дальше. Идемте кататься на этом, на аттракционе. Вот идем, кстати. Давай, Инстаграм. Пошли уже. Тут уже зрители наши подошли. Да. Интересно, они совсем не понимают по-русски. Маша, ты точно фоткать. А Катя решила все Феррари пофоткать. Чик-чик, чик-чик. Классная такая, матовая. Вот та самая крутая, Ла Феррари. А Катя все фотки для Инстаграма. Пошли, Кать. Камон. Это вот она. Есть. Папа, там есть лазилка. Все, и на лазилку. Готово? А вы тут лазили, помните? Нас точно лазил в прошлый раз. Лазил на вот этих кубиках. Да. А сегодня оно не работает, что ли? Похоже на то. Возможно, из-за коронавируса. Из-за коронавируса закрыты площадки и активность объект некоторые. Короче, тут какая-то есть гонка. Great Race называется. Я не знаю, что там, но идем посмотрим. Очереди нет. Красота. Катя, пошли. Тут точно что-то очень детское. Тут даже мультики показывают. Вы решили с самого детского начать? Очень, попробуем. Меня на взрослые могут и не пустить. Какие-то крысы, мыши. Короче, вы реально в детский аттракцион зашли. Начинаем с маленького. Это стрелялки, похоже. Они... Слушай, мы будем стрелять на таком Феррари. А стрелялки? Там какие-то ключи гаечные. Наши дети совсем не выросли. Видишь, им нравятся детские аттракционы. Такое тоже интересно. Я люблю, что будет гонка. Да-д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 а. Что? Вы не дотронетесь. Тут было написано, что это гонка. Из-за ваших масок ничего не слышно. Супер Феррари тачка. Погнали. Я не понимаю. Боже, сколько радости. А у меня? Это не, подожди, это не пушка, это гаечный ключ. Будем сейчас ремонтировать. У меня двойное. Кать, ты тоже можешь двойное. Так, а как стрелять? А, тут кнопка есть. А кого стрелять? Комаров? Лису. Лису, ага. Лис. Кого-то стреляем. Катя реально самая крутая. 7000. Макс, 2500, у меня 2400. Папа, как? Я почти как Катя. Нет. Катя 25, я 22 тысячи, Макс только 5. Ура! Я хочу, Катя, чтобы вы прочитали, что там написано. На меня. Самый быстрый в мире роллер-костер. Идем. Не, я и не иду. Я с тобой. Катя, твой роллер-костер вот здесь. Там внутри Феррари. Это грузовик из команды Феррари, они возят Феррари на гонке.
Макс, это всего-навсего самый быстрый в мире. Это не значит, что там будет что-то такое. Для начала посмотрим, как он выглядит. Это вот это. Вот это все, мы сейчас будем кататься. Там есть улица, выходим. Может, не мы? Ну, в смысле, пускают на улицу. Пошли. Самая быстрая, это она со старта туда взлетает прямо. Улетела. Макс! Кать, ты? Нет, конечно! Зачем мы сюда ехали, Макс? Это оно! Ради, что ради чего сюда люди едут со всего мира? Полетели! Догоняй! Они крейзи! Даже тю-тю! Вы крейзи, даже тю-тю, сказала Кать! Что? Примерка сиденья! Я думаю, Максу нормально, а ну мне? Макс! Это я. Неудобно. Тут не про комфорт. Речь идет. Вот. У тебя голова выше сидушки. Я. Вот посмотрим, будет, нет? О, так мы очки будем одевать. Да. Да, чтобы песок в глаз не летел. Катя, ты идешь? Я уже 300 тысяч раз говорила нет. Нет. Катю отправим на те. Фишка в том, что моментальное ускорение. На обычной медленной горке ползешь, а тут сразу. Вот, полетели. И медленно. Сейчас, когда еще чуть-чуть и полетят. 3, 2, 1. Пуц, полетели. Короче, мы уже достояли очередь 50 минут, и нам говорят, нельзя подъездить. 195 из 2. Что? Короче, сними обувь. Я без шузов нельзя, без обуви. И я постарался ужаться, и все равно 2 миллиметра я выше, чем... 2 миллиметра я не пускаю? Да. Ну, сейчас это тебя начальника спрашивает. Еще разок меряемся. Сколько? Can I go without shoes? Hour later. Короче, тебя никак не хотят пускать. Я должен в панике идти. Где мои шузы? Не порви мои шузы, пожалуйста. Кать, пойдем. Это капец какой-то, блин. Какие красивые у вас. Это капец какой-то. А как же в них кататься? То есть в этих нельзя? В этих небезопасно, а в этих... Нет, в этих нормально, а в этих опасно. Кольцо, смотри. Кольцо, смотри. Смотрите, как Андрей сейчас будет. Не потеряй! Катя переживает? Ты потерял мои шузы? Ты не потерял мои шузы? Та-дам! Ей! Они приехали! Заупала, прическа вот такая ну была. Ну скажите, как вам? Обалденно! Ну, Кате не надо было идти такой. Макс, страшно? Да.
Там? Вот этот прикол с обувью, это был реально прикол. Я бы там поместился. Знаешь, что мне кажется? Это рост, это если бы я был большой, еще ну, тут большой. А так, как я худой, это нормально. Еще. Надо стоять еще раз час, Макс. Вот. Еще час. А было бы обидно, да, что из-за того, что нельзя было бы обуться нормально, просто я час и не покататься. Кстати, людям с больными ушами туда идти не надо. Меня так задувало уши, что капец. Я думал, проветрю насквозь. Катя, пойдем тебя катать. Ну что, ты есть там? Будете брать фотки свои? Некачественные. Нет. No, sorry. Не зря она называется самой быстрой в мире. Я такой же бандана. Из рекламы. Ты почти Ван Дамм. Ничего себе! Мы с тобой только что разогнались до 240 км в час за 4.9 секунды. Это никакая Феррари так не ездит, мне кажется. Итак, мы решили пойти вот сюда и оставить папу на горках. Короче, мы с мамой идем кататься, а дети идут тоже кататься, только на горках. Ага. Так, идем на горки. Так, давай раздавайся. Да, я уже раздаю. Стой, я давай гонку отсюда до туда, до туда. Окей, 3, 2, 1, пуск. Арон, воу. Ханна, Катя, контактно. Мы не туда идем, Катя. Туда тогда. У меня заставка на телефоне. Какая красота. Мы его продали. Кого? Мы его продали как раз перед отъездом. Милый котенок. Самый классный был. Кому-то совсем уже горка мала. Мне кажется, что наши дети уже выросли с такой площадки. 5 лет назад еще Катя там на четвереньках ползала. А сейчас уже дядьки. Покатались на горках, и похоже, сейчас кто-то выйдет и скажет, дайте мне мясо. Кормите нас. Ну что, как, покатались? Хорошо. О, вот нормально. Мои часы. Как у тебя дела? Что делаем дальше? Обедаем. Куда идем обедать? Кафе Rainforest. Мы идем обедать в Rainforest кафе. Мы там тоже были лет 5 назад в Диснейленде. Наверное, больше даже. Лет 6 назад в Диснейленде в Париже. Это кафе? Фантастика. Как будто бы магазин из каких-то джунглях. Вон змея какая-то висит. Привет, змея. Точно как Rainforest. Как будто бы такой тропический лес. И мы здесь будем кушать где-то. Ух ты, возле живой обезьяны можно сидеть. Читай. Rainforest Cafe. Ресторан. Hi, Jai. Со мной дерево разговаривало. Стол со столом? Стол со слоном. А у нас стол с обезьяной. У нас рыбки еще. А почему у меня на вид попы? Папа, сядь на вид попы. Посмотрите на эту красоту, а? Посмотри на эту красоту. Так, сейчас едим и продолжаем наше путешествие по Феррари Дубае. Да, да. Ой, Феррари Парк. Кому-то пришел уже Apple Pineapple Juice. Apple Pineapple? Apple Pineapple папа заказал мясо,
поэтому будешь долго ждать. Pineapple apple pen. Pineapple pen. С маской ест таких вкуснейших макарон. Ну какая старая у вас песня? Очень старая. Я вопрос, зачем было идти в ресторан, чтобы заказать макароны с маслом? Да я себе заказала вот такой красивый... Это красиво, да. Как он называется, салат? Цезарь с креветками. Цезарь с креветками, да. Мне приятного аппетита. А вам ждем? А нам ждем. Нам принесли лимонад с мятой. Лимонад не просто какой-то там спрайт, а настоящий. Это выше моей головы. Вкусно. Очень кисленько. Мальчикам до сих пор нету еды, а мы с Катей уже тут лопаем. Наконец-то, Макс. О, дойдем с тебя. Ничего себе, папа. Катя. Настоящее блюдо для мужчины. Ничего себе, мальчики. Сидят с этой стороны, да? Приятного аппетита. Заряжайся, тебе еще кататься и кататься. Если пустят. Ты мне шлепки дашь свои? Конечно. Сейчас пойдем купим тебе. Все, приятного аппетита, да, всем. Приятного аппетита. Смотрите, какой у нас тут шлемик стоит. Додик. И это такая Мариночка. Какие славные детки. Стоят уже полчаса в очереди. А на что мы стоим в очередь? Мы идем летать над Италией. Уже полчаса? Уже полчаса, как видишь сына. Доча, ты готова кататься на таких вот аттракционах? Конечно! Да, только поснимать не знаю, ли удастся. Ну, короче, мы стоим тут в очереди. Наш Лёмик недоволен, потому что он не покатался. Наш самолёт над Италией поломался, не ведут, не катаются. Поломалась, да, кстати? Расстроились. Стояли реально 45 минут. Короче, это, что мы сюда пришли? Летать над Италией? Мы идем кататься на американцах и горках. Да, Катя? Маричка. Догоняй Шлёмика. Шлёмик, посмотрите, там можно полетать. Похоже, мы потеряли сына. Макс пошел летать, догоняй. Я не иду. Не пойдешь? Можно. Я хочу сюда. Нашего Шлёмика опять обидели. Потому что здесь 13 лет надо, чтобы кататься на картинге. Макс в Англии катался еще лет 8 на таком. Сынок, тебя обижают. Идем туда, турбо-трейн. А смотрите, там тоже можно покататься на красной корочке. Везде идем. Идемте на вот эту горку. Пошли. А Катя хочет на такую машинку. Да, Катя? Пойдем, а сейчас отведем мальчиков на вот этот вот турбо-трек. Да, мальчики? Конечно. Да, сыночек? Ты был на самой быстрой в мире, после нее уже ничего не страшно. Макс сказал, что он туда не полетит. Это аж выше крыши этого здания. Поэтому мы пойдем попробуем найти горку для Кати тоже. Вот эта небольшая. На прыгалку? Можно и на прыгалку. Катя согласна идти на американскую горку? Да. Чей-то папа не выдержал. Даже. А хотите вам... Мы тут стояли 40 минут. Идемте, я вам что-то покажу. Идем.
Куда? Вот посмотрите на этот стенд. Это тортики? Макс, ты не туда пошел. Вот этот хочу. А почему у меня не день рождения? А мне вот этот нравится. Вау, точно, номер один. Круто. А, подожди, my first, звезды. Это на один годик. Ты куда нас зовешь? Пошли. Ага, вот оно. А зачем? Это Катя Макса тянет обратно. Мы только что ж поели, Макс. Вкусно пахнет, уходим отсюда. А тут десерты такие, ничего себе. Папа, ты машинку не хочешь в Феррари? Такой карамель с маршмеллоу. Макса расстроили, не купили ребенку десерт. Шлемику не купили моему сыночку ничего. Шлемик, тебя обидели, да? Расскажи, что ты о них думаешь, что они тебе ничего не купили. Мяу. Мяу. Че мой ребенок плачет, расскажи. Десерт не купил этот папа. А у кого-то пельмень уже вырос большой. О, как я... Кстати, 6 часов, вы помните? Лазилка. Еще полчаса. А шлемик пошел. Еще полчаса. И что случилось? Где твоя Феррари? Чего ты не катался? Надо быть 12. Минимум 12 или 13 лет надо, чтобы кататься на той компьютерной игре. Макс, ты надо было сказать, что я уже прошел почти всего «Привет, соседа». А, я уже прошел. Уже прошел. Короче, что, Катя прыгала уже? Катя попрыгала, мы можем идти лазить по лазилкам. Ну, пошли. О. Это вы только что так классно катались? Это мы так круто и быстро катались. Вау! Мальчики пошли кататься на машинке, а Катя будет прыгать на прыгалку. Да, Катя? Вон там, на Феррари. Вау, как Катя тут летает. Ой, класс. Кого я тут вижу? Что такое, вы устали? Нет, Катя там прыгает на детских попрыгушках, а я тут отдыхаю. Не, ну это шлемик классный, правда? Это мой дотик, мой Давидик, такой хороший мальчик. Шлемик. Еврейский мальчик. Может, уже будем заканчивать, как уже сложно, правда? Нет, еще дети идут на лазилки лазят. Шузы. Вау! Ну как тебе? Понравилось? Пойдем быстренько лазить. Макс, Мэджик, над тобой машины летают. Как так может быть? Типа такого не бывает. Все, последний на сегодня активити. Лазьте по высоткам. А я не буду. И домой, да? И домой. Вот мне еще надо поужинать. Вау, какая ты крутая. Белая юбка. Строп, или как это называется? Чтобы лазить на высоте. Сейчас еще Макс такой же. Макса одели в какую-то непонятную штучку. И дети в этих капюшонах полезут наверх. Вы рискнете вылезти вон туда? Начинается напряженная борьба. Макс лезет на вершину. У него много-много-много шагов. Доберется ли он до верху? Сейчас мы это и знаем. Ух ты, как легко. Очень легко идет. Прям капец. Как будто бы он всю жизнь там лазил. Чуть-чуть замедлился. Уже еще медленнее идет, но пока все равно молодец. Он уже больше половины пробежал, а не прошел. Вау! Осталось 3 всего-навсего. Вау, молодец! Еще 2 позиции, 2 ступеньки. И Макс молодец! Вау, последняя! Сможет ли он наступить на нее? А ну, и... Молодец!
Макс герой, он реально сбежал туда. Это мой шлёнок, поставьте лайк. Это мой ребёночек, это мой сыночек. Это Макс. Болеем за Катю, уже ставим лайки, за то, что она такая молодец и страшная. Посмотрите, она даже не держится, она просто идет вверх. Похоже, ей страшно. Ну, Катя уже высоко. Молодец. Вау, вот это молодец, осталось 3. Бесстрашная совсем. 2. Вау. 1. Молодец! У-ху! Реально молодец! Она вообще молодец! Я думала, она сдастся! Это моя доченька! Ставим лайк! Ставьте лайки! Это 100% наши дети заслужили! И я заслужил за то, что ездил на супербыстрой горке! А я? А маме лайк за то, что хорошо снимает! Макс берет новую высоту! Вон он уже на пол стены! Вообще бесстрашные дети! Мои! До завтра, Макс! Там летит! Дядюшка должен опустить вот эти штучки, он должен прокатиться, но дядя забыл. Человек-паук! А теперь Катя на очередь! О, а Макс тем временем лезет на вот эту штуку. Делаем ставки, господа. Сможет ли наша Катя, супергламурная Матрёна, долезть до самого верху? А тем временем Макс лезет вот здесь, вот. На него не видно. То есть Макс будет прыгать на эту штуку, на этот мешок. А Катя молодец. Так, Макс, давай! Молодец! А ну, сможет ли? Обхватиться надо и удержаться на этой мешке. Есть! Молодец! Макс молодец, и Катя тоже не сдается. Good, молодец! Yeah. Супер обезьянка! Молодец! О, вот это молодец! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наши приключения здесь, в Дубае, Ferrari World, Абу-Даби. И, конечно же, идем сейчас поужинаем. А сейчас пока можете уже ставить лайки и подписываться на канал. Привет, шлемик! О, ты опять шлемик! Какой смешной! Шлемик, давай, пойдем. Ужинать? Да. Папа сказал, ты хочешь макароны? О, да. А я вот думаю, может, на десерт пойти сейчас? А потом салат? А теперь все на ужин. Ого! Ну что, можно сказать, что Ferrari World в Абу-Даби мы обследовали весь. Да. Сейчас наслаждаемся мороженым, едем в отель на ужин. Да. Да. Что это такое? Кокос. А это свежий кокос. Вот только что перед нами разрубили. Арабский? Водичка. Наверное. И как? У меня очень вкусное мороженое. Вау. Такая большая порция. Катя, сухарики. Те же супы, те же тоже. Чтобы падают. Катя не была голодной, даже сухарики. Да. А у тебя что? У меня авокадо, салат с сыром, с моцареллой. А у тебя? Тот же суп. Что и вчера. А у Макса чечевичный суп. Приятного всем аппетита. Всем приятного аппетита. Сейчас кушаем. Идем спать. А просыпаемся и куда мы идем опять? Сюда же, на завтрак. Дубай! На завтрак сначала. На машине новой. Расскажем завтра? Очень крутая машина у нас будет, прям такая. А если вам понравились сегодняшние наши гонки на Ferrari World, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!